Цены на городской пассажирский транспорт не вырастут. Приятную новость для жителей Кургана сообщили сегодня на заседании городской думы. Тариф для населения останется прежним. Проезд на троллейбусах, как и раньше, будет стоить 10 рублей. Разница в установленном собственником тарифе будет компенсироваться из городской казны. На заседании также обсудили повышение зарплат работников муниципальных учреждений дополнительного образования и работников культуры города. С 1 сентября они вырастут на 13,5%. Кроме того, депутаты утвердили состав избирательной комиссии на 2012-2017 годы. Напоминаю, что избирательная комиссия города Кургана формируется в составе 12 человек. Предложения в состав комиссии поступили от политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». При формировании комиссии учитывался принцип преемственности в работе, целесообразность назначения лиц, имеющих высшее юридическое образование, опыт организации проведения выборов.